вечера нас встречает музыкант из Ореховозуева Дэвид Ай. Он готов показать нам самый яркий квазар в ближайшей галактике. Наслаждаемся его композицией «Квазар» и не забудьте темные очки. We'll be right back.
попали в сильный космический шторм, и сразу к нам на помощь подоспел московский музыкант Бобина вместе с великобританским ремиксмейкером Гаррет Эмери. Замедляем время, чтобы все преодолеть, и двигаемся в такт этим волнам. Звучит трек «Time and Tide» прямо сейчас.